Первый в Сургуте и первый в стране. В нашем городе открылся детский спортивный комплекс «Пионер», который построили полностью на средства бизнеса. Новый центр поможет разгрузить школьные спортивные залы. О готовности «Пионера» к труду и обороне расскажет Татьяна Расторгуева. Сколько здесь будет в день заниматься? В этом зале? Вообще в комплексе? В комплексе от 200 до 250. Ежедневно? Ежедневно. Детский